Всем привет! Сижу за компом, читаю одну инфу и негодую. Читаю я про дынную муху. Карантинный вредитель, паразитирующий в плодах семейства тыквенных, широко распространен в Средиземном море, на Кавказе и в Азии, в том числе в Казахстане. Однако местные бахчеводы уверяют, что еще 5 лет назад об этих насекомых даже представления не имели. Есть версия, что их завезли с плодами из Карлостана. Нихера себе, такая страна есть. Или что это? Одна самка мухи откладывает до 120 яиц. Насекомые очень прожорливые. Есть такую дыню опасно, их не рекомендуется отдавать даже скотине. А в Шымкенте становится опасно весь арбузы. Короче, 2015 года статья, а точнее 06.08, то есть июнь, да, у нас месяц. Дальше читаю. Дынная муха, тра-та-та, дынная муха. Вообще, за что в принципе речь пошла, это... Как бы причиной всего стало то, что я решил покушать дыньку. И что я вижу? Держи это не смешно, чувак. Что я вижу? Ух ты! Привет, друзья! Как у вас дела? Вот, пожалуйста, еще и личинка. И знаете что? Это нихуя не Кавказ, это Молдавия. И у нас сейчас дымная муха. Не знаю, короче. Знаете, я как нормальный пацан думал, а сейчас типа обрежу тут сейчас одну. Ты, они, блин, прям оживились, нихера себе. Думаю, как нормальный пацан похаваю я дыньку. Хрен там. Ее даже коровам не надо давать, потому что опасно, блин. Вдруг заразятся. Бля, она уже летать собирается. Пошла в жопу. За нее как бы я немного отдал, да? Кстати, вот что-то меня вот смутило вот эта тема, короче, когда я вот покупал. Какая-то вот хрень, типа, не знаю, залежалая, да? То есть, блин, они вылупляются. Фу, дрянь. Все, короче, ребят, не знаю, может быть, кто-то уже сталкивался с такой фигней. Я первый раз, блядь, и надеюсь, последний. Думал, осенью нормальную дыню поем. Еще спрашиваю, наши? Да, наши. Но если это наши, то это пиздец. В общем, всем добра и позитива. И на этой не очень хорошей ноте, я думаю, что последний раз как бы буду огорчать вас. Пока.